Whoa. Way to close. Prepočítávam trasu. DJ, cool again, I wanna drive me crazy. Raining. Jedzie my pełny katuszka. Katuszka, Polsze goni my katuszku. Traktor na bortu u nas. Bierzcie się w prawo, a potem połóżcie prawy wyjazd. Da ładne, nie pizdzie. Да уже правый въезд уже было. Ну, блядь, дождик сразу, тут пизда, 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 да, да, торможи. Конечно, жми газу. Блядь, я вот ничего творал. Но чайки едет на своем Мерседесе 600-сотым. Погодка кайф.
použijte pravý výhľad. Použijte pravý výhľad. Хоть все равно, но похуям.
ešte rovno. Thank you.
DJ Perrette.
sa vpravo a potom použite pravý uhol. Použite pravý výjazd. Ребята, всем привет! Пятница на дворе, 22:00 по московскому времени. Это значит, что ворвались в эфир Никита Мак, Тим Вокс и Рекорд Релиз. Здрасте, здрасте, господа, здрасте, хорошие. Здрасте, привет, привет. Йоу, начинаем с Carnage KTM, композиция называется. Трек, который мы не побоялись и взяли сегодняшний эфир. Предоставили возможность открывать, между прочим, сегодняшний Рекорд Релиз. Да, так да, что... друзья, прежде напомню, что у нас идет видеотрансляция в ВКонтакте и на Твиче. Подключайтесь. А вот по поводу релиза я пару слов скажу. Это Carnage и его новый проект «Гордо». Хотя на самом деле почему-то трек отгрузили на стриминговой площадке как под именем Carnage. Но на, если посмотреть на обложку релиза, там написано «Гордо». Релиз КТМ вышел на Ultra Records. И как заявил сам Carnage, этот трек должен изменить хаос-музыку навсегда. Звучит очень амбициозно. 24 ноября 2018 года Дипло, подкаст вечеринки Дипло and Friends, отыграл эту композицию впервые. И вот только сейчас она добралась до официального релиза на лейбле Ультра. Только представляете? И только сейчас хаос-музыка стала меняться навсегда. И только сейчас мы ту самую хаос-музыку заслужили. Ребят, давайте как-то поэнергичнее слушать хаос-музыку, чтобы не треки 2018 года дергать, а уже более новые. Так, по поводу Твича ты уже сказал. twitch.tv/radiorecordrush. Обязательно забегайте, и мы вам скажем огромное спасибо. Делайте нам просмотры, а мы вам будем делать качественный контент и классный саунд в рекорд-релизе. Рекорд-релиз. Тим Вокс, Никита Маг.
Спуститься вправо. А сме готові.